Майлз. Майлз, это папа. Открой дверь, сынок. Я вижу, как двигается твоя тень. Хорошо, я понял. Ты все еще меня игнорируешь. Давай немного поговорим. Дело в том, что... Пойми правильно. Иногда люди перестают общаться, сынок. Я не хочу, чтобы это случилось с нами. Я знаю, что не всегда нахожу для тебя правильные слова, но ты... В тебе есть какая-то искра, это потрясающе. Поэтому я так давлю. Но она твоя. И тебя с ней всегда ждет успех. Перезвони, как сможешь, ладно? Люблю тебя. Можешь не отвечать мне на это.